Знакомство орлана, жал на цепи сидела. Там много на себя берет. Пришлось ее на цепь посадить. Вот вся банда. Иди, иди, иди. Вот такой у нас орлан. Такая у нас жалун. Это хмурун. Ахмурум пофигу, любому в рот залезет. Вот такой у нас. С кирпичей разгружаем. На вольеры. Стройка в разгаре. Жалун серая, вот эта дочка джолбарса. Вот это с Астаны приехал ахмурун. Отца тоже, кстати, джолбарса. Вот. Отец, сын Кайтпаса, дядя Алтая. Там монгол сидит, таймас сидит, ала сидит. Много хороших крови сидят. В этой жалан серый мать Бикеш, дочка Куджола с Барса Кельмеса. Та ежик мать Рада. Отец орлан в горах, который кабель. На Кутубету похож, крупный кабель. Мать у нее тоже очень крупная, килограмм под 70, если не больше 70. У этой Рады отец по бурляну. У Рады брат чемпион Урала из Западной Сибири по кличке Серый. А по матери мать Эльба, дочка Рады Ясара. Ясар по таджикскому Тарзану, мать Ясара по казахским собакам. А отец Рады Мамлюк, тот самый старотипажный казахский волкодав. Вот такие собаки. Сейчас потихоньку обустроимся. Это, можно сказать, будет маточное ядро наших собак. Сколько их было, сколько перешло, еще неизвестно, что будет. Такие дела.